Кокштавский технический институт является единственным высшим заведением на территории СНГ, обучающим специалистов в области пожарной безопасности и гражданской обороны. В Кокштавском техническом институте Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан обучаются курсанты, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Срок обучения получается 4 года. За период обучения курсанты полностью находятся на республиканском довольстве и получают бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечиваются форменным обмундированием. По окончанию высшего учебного заведения курсантам присваивается звание специальное, лейтенант гражданской защиты, сразу трудоустраивается и проходит службу в органах гражданской защиты. Да, после 11 класса абитуриенты набирают проходной балл, сдают физическую подготовку, нормативы, и проходят медицинскую комиссию. Примерно в институте обучается около 500 курсантов с каждых областей. Это выборочно, с каждой области, допустим, планируется ежегодно, допустим, сколько через 4 года офицеров потребуется в Южно-Казахстанской области, столько оттуда кандидатов поступает в институт. Да, полностью 100% трудоустраивается сразу после выпуска, буквально через пару дней курсант уже приступает к своим обязанностям. Если да, сразу, да, именно, именно если с Астаны прибыл, устраивается в Астане. Если с Акмолинской области, то по Акмолинской области. У нас обучаются курсанты с Киргизской республики. Также у нас имеется ряд соглашений с зарубежными вузами, таких как в Москве, Академия государственной противопожарной службы, в Санкт-Петербурге и в Белоруссии у нас имеются. Там наши курсанты обучаются за счет нашего республиканского бюджета. Также выпускаются и проходят службу здесь, но уже с образованием российским, тоже котирующимся на мировом уровне у нас. Да, ежегодно мы представляем наш институт в рамках таких мероприятий. Уже с 10-й выставки вроде бы принимаем участие ежегодно. Также принимаем участие в образовании и карьере ежегодно в 2018 проходящем городе Алматы. Большое количество людей проявляют желание поступить, также мы их направляем, помогаем. В принципе, штат ежегодно мы наполняем высококвалифицированными специалистами.